В произведениях Вермеера стены комнат часто украшают карты. На них даже узнаваемые очертания суши и морей. Голландия на тот момент стала истинной морской державой, и, естественно, они там активно издавались. А недавно открытый в XVI веке нетрудоемкий способ печати Афорт способствовал развитию индустрии сухопутных и навигационных карт. Однако их количество в картинах мастера не так уж велико. Во-первых, потому что самих полотен Вермеера немного, а во-вторых, некоторые карты повторяются из работы в работу. Просто из-за размытого рисунка заднего плана и разного колорита холстов не слишком пытливый зритель одну и ту же карту примет за разные. Не следует упрекать художника в этом приеме, наоборот, способность так представить деталь – свидетельство высокого мастерства. Главным персонажем картины является девушка, чье лицо освещено прямым мягким светом. На героине произведения тоже желтое платье с полосками, что и на модели полотна девушка, читающая письмо у открытого окна. Только теперь она не одна, а с гостем, поэтому на голове у нее скромный чепец. Тот же плотно широкий поднятый лиф, та же белая рубашка или платок, закрывающий плечи и грудь дамы. Вполне вероятно, и женщина та же. Она имеет сходство с женой Вермеера, Катариной Болнес, которая, как считается, позировала для многих его картин. Рентгеновские снимки показали, что Вермеер планировал изобразить женщину с большим белым воротничком, который скрывал бы большую часть платья, а чепчик, закрывающий голову целиком, был увеличен, чтобы сконцентрировать внимание зрителя на выражении ее лица. Платье с тесьмой, которое можно увидеть и на других картинах Вермеера, называлось «Скорт» и служило обычной повседневной одеждой. Синий передник, надетый поверх платья и частично скрытый в тени стола, также был широко распространен. По одежде искусствоведы делают вывод, что визит офицера оказался неожиданным для девушки, занимавшейся до его прихода домашними делами. На стене висит карта. Может быть, автор намекает, что особо интересуют подвиги кавалера. Он рассказывает ей о своих путешествиях, а она, улыбаясь, с интересом слушает. Ведь совершить путешествие, особенно по морю и к далеким странам, в то время действительно считалось настоящим подвигом, потому что неизведанные морские пути и земли таили множество опасностей. Девушка держит бокал, обычно предназначавшийся для белого вина, более дорогого, чем пиво, что должно подчеркивать ее достаток. Офицер изображен в красном плаще и дорогой шляпе, указывающих на его состоятельность и высокое звание. Широкополая шляпа из бобрового меха предназначена для суровых погодных условий с дождем и снегом. Материал для таких шляп завозился из Новых Нидерландов, находившихся под управлением голландской Вест-Индской компании. Красный цвет одежды ассоциируется с могуществом и страстью, что придает картине эмоционально-романтический настрой. Об офицерском звании свидетельствует также черная перевязь. Несмотря на то, что главным персонажем является девушка, крупная фигура офицера бросается в глаза первой. Его присутствие добавляет композиции драматичность и загадочность. Этот художественный прием с помещением объекта на передний план для усиления глубины фона называется репусуар. Такую технику часто использовал Караваджо. И Вермеер мог позаимствовать ее из картин караваджистов.
сюжет милых разговоров дам с кавалерами, когда зритель будто находится рядом, наблюдая за происходящим из-за спин героев, известный и у Питера де Хоха. Однако в картине Вермеера больше выразительных обобщений, появившихся благодаря игре светотеневых контрастов и подчеркнутой разномасштабности фигур. Ритмы и пятна теней, оконные рамы, огромные шляпы и локтя мужчины словно обрамляют освещенное светом из окна лицо смеющейся девушки, привлекая к нему взгляд зрителя.